если вы шьете не только ткань, но и трикотаж, то иголки для ткани одни, это просто иголки для ткани, для трикотажа это специальные иголки. И если их вытащить, кладем для трикотажа, обычная игла, на них нанесена маркировка, но разглядеть ее более чем сложно. Вы можете ставить в одну сторону, все время менять аккуратненько, вот это для трикотажа, это для ткани. Но наступает момент, когда вы можете просто запутаться. И что делать в этой ситуации? Как их различать? Сейчас я вам покажу секрет. В канцелярских магазинах продается маркер перманентный, называется, он несмываемый. Вот в стройматериалах, в строительном, в хозяйственном отделе, там, где всякие инструменты продаются, масляные. Маркер на масляной основе. Ими, когда при строительстве, при ремонте, прямо на металле, на стекле везде делают метки, и они не смываются. Берете такой маркер на колбочке, наносим просто метку. Нет, бывает, что иголки для трикотажа продаются с синими колбочками. Но далеко не все фирмы это делают. Поэтому мы это делаем сами. Наносим маркером сюда меточку. Она не смывается, она держится достаточно долго. Когда она будет стираться... Так, вот это простая... Вот теперь я вижу, это простая иголка. Здесь вот тоже простая. А на это нанесена метка. Это иголка для трикотажа. Все. И у вас никогда, вот трикотажная иголка, никогда уже не перепутаете. Как обработать разрез на юбке, чтобы разрез в дальнейшем не рвался? Прострачиваем. И надо обработать, чтобы нитки в дальнейшем не рвались, когда мы будем носить эту юбку. Разутюжим швы в разные стороны утюгом и будем обрабатывать дальше. Вот здесь у нас конец разреза. Отмечаем. Берем вспомогательный кусочек ткани, прикладываем, загибаем и прикладываем к линии получившейся. И хорошо загибаем. Так. И вот у нас получилась линия пришива. Прикладываем. Сгибаем. Тоже можно приколоть, чтобы она никуда не сдвигалась.
Отгибаем основную ткань и пристрачиваем до линии стачивания. Иголочки убираем, обрабатываем швы вместе со вспомогательной вот этой деталью на верлоке. Вот так получилось. И с лицевой стороны здесь никогда не порвется нитка, потому что держит вот эта ткань. Нам надо подогнуть трикотажное изделие. Очень интересный способ, сейчас расскажу. Прекрасно смотрится. Отмечаем с изнанки двойной подгиб. И по этой линии подгибаем в эту сторону, а теперь на лицевую. Совмещаем край со сгибом. И вот со стороны, где у нас сгиб и кромка, начинаем строчить. Получилась вот такая вещь. Теперь снова идем на швейную машинку. Теперь отгибаем вот эти все припуски в сторону изделия и на расстоянии 1-2 миллиметров от края прокладываем строчку. Получилась вот такая красивая обработка. И с этой стороны чисто, аккуратно. И с этой стороны очень красиво смотрится. Вот есть. Надо поясочек иногда сшить, и как красиво обработать его край. Заутюжили. Теперь раскрываем и припуск закладываем. Вот эта часть согнутая, это нет. Складываем посередине. И теперь вот эту часть заводим сюда. Расправляем. Вот у нас так получилось. И теперь начинаем строчить. Подравниваем. Теперь точно так же. И заправляем.
туда в угол. И получилось вот таким вот образом. Получилось. Аккуратно, быстро выворачивать ничего не надо.